Имена ветеранов Агалатовского сельского поселения теперь вписаны в книгу памяти. Это учебник жизни для молодых поколений, как его называют в поселке. Самое главное и ценное в книге – воспоминания ветеранов из первых уст. Елизавете Бабарыкиной в начале Великой Отечественной войны было 13 лет. Вспоминает, как ей удалось распознать немецких диверсантов, которые пришли в их деревню в форме советских солдат. Ночью спустили парашютистов. Между Кузьмоловым и между Старым Девяткиным летели парашютисты. И утром пришел один в русской форме и говорит: картошечки сварите. И в саду накрыли стол. Он еще трех привел. А я в гамаке качалась. И я услышала, что они не по-русски говорят. Книгу памяти местные жители составляли вместе с муниципальными чиновниками. Что-то нашли в архивах, чем-то поделились родственники фронтовиков. Мы уже постарались собрать уже всю историю от возникновения наших мест, там 1500 год, до Великой Отечественной войны, и описать все подвиги всех жителей, всех участников. Одним из авторов книги памяти стала заведующая школьным музеем Тамара Вахницкая. Она работала над статьей про легендарный аэродром Касимова, где в годы войны располагался штурмовой авиационный полк. Здесь помечены у нас и красненьким аэродромы, в том числе наш аэродром. Здесь стоял 174-й или 15-й, одно и то же, гвардейский авиационный полк. А крестики – это госпитали были. Они были не только вот там, в Артемягах, на берегу реки Охтинки. Они еще здесь были. Но это был самый центральный. Там лечили раненых летчиков и солдат туда привозили. Через дорогу от школы находится военный мемориал. Здесь захоронены более 200 советских летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Многие из них служили в авиационном полку, которым командовал герой Советского Союза Сергей Поляков. Его подразделение наводило ужас на летчиков Люфтваффе. Советские авиаторы громили врага не только в воздухе, но и на земле. На счету у авиационного полка десятки уничтоженных фашистских танков, железнодорожных вагонов и артиллерийских установок. Поляков погиб. Да, погиб случайно, погиб глупо. Возвращался с задания на легком самолете связняке По-2, и его сожгли. Но полк продолжал жить. Елизавету Бабарыкину, как и других ветеранов из поселка Агалатово, в преддверии их главного праздника поздравляю с Днем Победы. 9 мая они еще раз по традиции встретятся на мемориале воинов-авиаторов, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим советским летчикам. Алина Гараева, Анатолий Талашкевич. Последние известия. Всеволожский район.